Положение дел таково, сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны. Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек сегодня из первых из населенных пунктов Майская и Азовская. Мы уже сверху посмотрели, с поля видно, что это разбросанные уже, то есть массового складирования боеприпасов там нет. Там разбросанные в данном случае вот по территории, единичные детонирования происходят. Не готов сказать, сколько это по времени будет продолжаться. В любом случае мы до упора, то есть как бы работаем. Еще раз говорю, помощь необходима, всем будет оказана. Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Thank you.
На этом фоне в средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью. С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Для достижения поставленных целей главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.